Да, это был большой риск, однако Лэндон Донован рикошетом от штанги отправляет мяч в сетку ворот сборной Ганы. 1-1. Американцы сравнивают счет во втором тайме. И здесь начинают праздновать успех. Расстроен Кингстон. Ну что, все начинается с самого начала, Дмитрий. Давайте мы посмотрим. Да, я думаю, что долю секунды пережил неприятную Лэндон Донован. Я думаю, не только он. Посмотрел все-таки, да, на вратаря перед тем, как пробить. Но для себя уже номер угол наметил и от своего курса не отступил. Пробил здорово.